Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. В предыдущем ролике «Русская балда гнобит украинские яйца» я обещал вам рассказать, как я изготавливаю яйца по своей методике. С тросика вместо лески на диване и так далее. Я рассказывал. И еще до этого в ролике «Джиг-головка любой конфигурации» я рассказывал, как изготавливать заготовку из свинца, тоже любой конфигурации, любого объема. Интересно вам, посмотрите. А сейчас приступим к действию. Вот эта вот балдушка, как она делается, посмотрите в том ролике. Дальше мы приступаем к изготовлению. Делается это быстро и конкретно. Вот от этой заготовки, чтобы сделать яйца, снасть, нужно отрубить пол сантиметра, сантиметр, зависит от того, какие вы хотите по мощности и по весу делать яйца, заготовки. Вот мы сделали, отрубили. Потом при помощи молоточка и тисков вот постучали и сделали то, что нам надо, какую форму мы сделали, заготовили. Потом здесь в верхней части просверливаем сверлом отверстие, ну где-то миллиметра полтора сверло надо брать. Вот просверлили. Потом в это отверстие мы вставляем нашу проволочку столистую с тросика. Вот она, вставили мы сюда. Надеваем крючок так, чтобы крючок отходил от этих яиц, а не был обратно, он туда не будет ничего работать. Сделали. Затем вот это сюда надеваем. Сейчас я расскажу, чтобы ваше время беречь. Время — это все. Мы сюда надеваем две бусинки. Красную, желтую или красную, черную. Вот видите, как здесь. Затем мы сюда надеваем маленький вертлюжок. Бусинка, во-первых, когда работает свинец, яйца падают вверх-вниз, и бусинка ходит вместе с крючком вверх-вниз. Она играет, она привлекает рыбу. Поняли? Дальше. Вертлюжок. Вертлюжок не дает яйцам закручиваться. Леска у вас не закручивается. Они лучше, свободнее работают. Ну вот, чтобы довести вот это до конца, вы все надели. Надели сюда вертлюжок. Свели два кончика с проволоки вот с этой. Свели два кончика. Обработали их над филечком или наждачной бумагой. Затем обработали кислотой. Свели вместе, плоскогубцами поджали. Если не получается сильно у вас пружинистая сталька, там тросик, можете в этой части ее чуть-чуть отпустить при помощи зажигалки или газовой горелки. Все. Ну, обычно этого делать не надо. Согнули паяльником. Припаяли, чуть-чуть коснулись, и все, оно моментально хватает. Все, остыло, у вас снасть готова. Можете работать, ловятся вот эти окуни, которые я вам показывал. Все пойманы на яйца. Все на яйца пойманы. Успехов вам. В следующем ролике я покажу, как делать с литьем. Не бить вот так, а как литьем заливаются яйца. Тоже моей конструкции, как говорится. Успехов, благ, подписывайтесь, будет дальше еще интереснее.